Кирилл Сироткин – обычный барнаульский парень, общительный, играет на гитаре, долгое время занимался каратэ. Вполне стандартный набор увлечений для любого молодого человека. Вот девушки у Кирилла нет, он будто знал, что придется уехать, и решил остаться холостым. Уже в сентябре студент АЛТГТУ факультета информационных технологий и программной инженерии продолжит обучение в университете Будапешта. Там он проведет семестр, после будет Мадрид и Бордо. И, как нам показалось, после непродолжительной беседы парень намерен в Европе задержаться. Вы знаете, какие самые высокооплачиваемые в мире работы? Это программисты и медики. Да. В мире? В мире. Но не в Алтайском крае? Ну да, не в Алтайском крае. То есть, если получится, ты куда-нибудь от нас? Если получится, я найду самое хорошее место работы для себя. А вот где оно будет, это уже зависит от ситуации в мире. Чтобы попасть в программу Европейского Союза, которая спонсирует образование талантливой молодежи, Кирилл собрал необходимые документы, рекомендации, сертификат на знание иностранного языка. Собеседование по скайпу на английском длилось около 40 минут. В результате наш парень стал единственным российским студентом, который попал в данную программу. Я хотел бы поблагодарить свой вуз, кафедру прикладной математики, Кантора Семена Авраамовича и Евгения Геннадьевича Боровцова, которые принимали непосредственное участие в моем поступлении, ну и всех остальных преподавателей кафедры прикладной математики университета в целом. Ежемесячно Кирилл будет получать стипендию примерно по 1000 евро. Кроме того, приглашающая сторона обещает оплатить все расходы на перелет и проживание. Парень с нетерпением ждет начала нового учебного года, как новой жизни. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости.